3番ターニャ・コルブ、ステファノ・カルーゾ組、ドイツ。Немцы Таня Кольба и Стефана Карузо, занявшие 8-е место на минувшем чемпионате Европы и пристроившиеся практически вслед за своими соотечественниками Нелли Жиганшиной и Александром Гаже, но те значительно известнее, ну, во всяком случае, в России, значительно популярнее у Синицыной, у Жиганшиной, простите, Гажи. 6-й результат был в Загребе у Кольбе и Карузо. 8-й, причем отставание в баллах, прямо скажем, совсем небольшое. После короткого танца немцы имеют меньше, чем на полбалла. Больше по сравнению с японским дуэтом. И вот тут-то начинается борьба. Ну, как вам выступление немцев? Во всяком случае, сами спортсмены очень довольны, пусть и понятно пока, что их уровень еще не позволяет им претендовать на что-либо серьезное, чем
первая слабейшая разминка на этапах Гран-при, но сам факт того, что эти спортсмены продолжают прогрессировать, и это заметно в первую очередь на европейском уровне, он, конечно, неоспорим. Но в то же время не будем забывать, что одних только чемпионатов Старого Света недостаточно для того, чтобы иметь высокие баллы и, скажем так, признание у арбитров. Но стараются идти вперед. Таня Кольба и Стефано Карузо. Когда-то получается, когда-то нет. Нам в данной ситуации несколько проще, потому что мы все же переживаем больше, разумеется, за своих спортсменов. А они, я имею в виду в первую очередь танцоров, к сожалению, в нынешнем сезоне поклонников радуют не очень. Две подряд поддержки очень понравились арбитрам. Они были додержаны прям так, как и требовалось. Здорово судьи им отплюсовали. Во всяком случае, пока вот за эти поддержки две Таня Кольба и Стефано Карузо получили наиболее высокие баллы и от технических специалистов обе поддержки четвертого уровня, и плюсуют судьи тоже за них от души. Учитывая, что у них было очень большое преимущество над Синицыной Жиганшиным, понятно, ни о какой конкуренции реальной Вики с Русланом, даже с немцами, говорить не приходится, как это не прискорбно нам сейчас сознавать. Ну а что касается японцев, то у них есть реальный шанс на домашнем для себя льду справиться с немецким танцевальным дуэтом по итогам произвольного танца и по итогам всего этапа также обойти Таню и Стефано. Ну, вот, собственно, так оно и происходит. 78-12 – это хуже пока, чем у всех прокатавшихся дуэтов. Но по сумме двух дней соревнований немцы набирают более 130 баллов, они вторые.